Всем привет! Вы на канале Час ремонта. Здесь мы проводим обзоры лучших электроинструментов для ремонтных и строительных работ. Сегодня выпуск посвящен шуруповертам от компании Metabo, известного производителя из Германии, продукции которого пользуются большой популярностью. Мы рассмотрим 7 лучших моделей, которые можно приобрести в 2020 году. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, а мы начинаем. Начнем обзор с модели Metabo BS18L – мощного аккумуляторного шуруповерта с укороченным корпусом, который позволяет комфортно выполнять работы в условиях ограниченного пространства. Источником питания служит литий-ионная батарея емкостью 2 ампер-часа, оснащенная световым индикатором емкости для комфорта пользователей. Модель оснащена быстрозажимным патроном, который позволяет быстро сменить оснастку вручную, не используя вспомогательный инструмент. Двухсторонний редуктор позволяет подбирать оптимальный режим эксплуатации, исходя из особенностей материала и характера выполняемых работ. Для работы в слабо освещенных местах имеется встроенный светодиод в линзе с функцией остаточного свечения. Комплект поставки включает в себя пластиковый кейс, дополнительный аккумулятор, зарядное устройство и практичный крючок для крепления на поясничном ремне с двухсторонней фиксацией справа или слева. Metabo Power Max BS – аккумуляторный двухсторонний шуруповерт профессионального класса, который отличается идеальным соотношением размера и производительность. Аппарат питается от литий-ионной батареи емкостью 2 ампер-часа. Шуруповерт оснащен быстрозажимным патроном с возможностью блокировки шпинделя. Переключатель скоростей удобно расположен в верхней части корпуса, скорости включаются достаточно мягко. Для удобства пользователей имеется световой индикатор уровня заряда. К дополнительным преимуществам можно отнести светодиод для подсветки рабочей зоны, которая отличается высокой яркостью свечения благодаря установленной линзе. Скорость вращения шпинделя регулируется путем нажатия на клавишный выключатель. Предусмотрена возможность крепления инструмента к поясу с помощью специальной скобы, которую можно установить как с правой, так и с левой стороны. Модель поставляется в сумке на молнии, оснащенной липучками для фиксации шуруповерта и зарядного устройства. Примечательно, что для запасного аккумулятора липучек не предусмотрено. Стоит заметить, из-за компактных размеров места для хранения бит и сверла остается не так уж и много. Metabo BS18 – бюджетный представитель серии шуруповертов с сетевым напряжением 18 вольт. Аппарат питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 1,3 ампер-часа. Модель оснащена быстрозажимным патроном, рассчитанным на сверла диаметром от 0,8 до 10 мм. Двухсторонний редуктор с переключателем в верхней части корпуса позволяет подбирать оптимальный режим, исходя из особенностей материала и характера выполняемых работ. Для работы в темных местах имеется стандартный для аккумуляторных шуруповертов Metabo линзовый светодиод и реверс. Надежный металлический редуктор без пластиковых деталей обеспечивает продолжительный срок службы. Стоит отметить, что данная модель достаточно дорогая в обслуживании, например, щетки необходимо менять только вместе с двигателем. Впрочем, в свободной продаже всегда можно найти китайский аналог за разумную цену. Комплект поставки включает в себя пластиковый кейс для хранения и транспортировки, устройство для быстрой зарядки и запасной аккумулятор. Metabo BS14.4 – компактный и легкий шуруповерт, питающийся от литий-ионной аккумуляторной батареи емкостью 2 ампер-часа. Аппарат оснащен быстрозажимным патроном, рассчитанным на оснастку диаметром до 10 мм. Корпус шуруповерта выполнен из прочного пластика, устойчивого к ударам и другим механическим воздействиям. Удобная рукоятка плотно сидит в руке, а резиновые вставки улучшают фиксацию и исключают вероятность проскальзывания. Конструкции предусмотрена возможность крепления шуруповерта на ремень, что очень удобно при работе на высоте. Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны поможет выполнять работы в условиях недостаточного освещения. Комплект поставки включает в себя удобный пластиковый кейс для хранения и транспортировки, фирменное зарядное устройство и запасной аккумулятор. Metabo Power Max BS Basic – модель по конструкции и характеристикам абсолютно идентична шуруповерту Metabo Power Max BS, который мы рассматривали ранее. Единственное отличие касается комплекта поставки. Metabo Power Max BS Basic поставляется во вместительном пластиковом кейсе, который отлично подходит для хранения дополнительных бит, сверл и других насадок и приспособлений.
Metabo BS18LT – производительный шуруповерт, оснащенный мощным четырехполюсным двигателем, обеспечивающим быстрое сверление отверстий и закручивание саморезов независимо от плотности материала. Модель относится к аппаратам профессионального класса. Источником питания шуруповерта служит литий-ионный аккумулятор емкостью 5,2 ампер-часа. Шуруповерт отличается эргономичностью исполнения. Специальные прорезиненные вставки рукоятки исключают вероятность выскальзывания инструмента. Сбалансированное распределение веса позволяет использовать модель для продолжительных работ с максимальным комфортом. Специальная электронная система обеспечивает плавное изменение скорости вращения шпинделя. Для работы в плохо освещенных участках имеется встроенная светодиодная подсветка. Комплект поставки, помимо самого шуруповерта, включает в себя фирменный пластиковый кейс на металлических застежках, запасной аккумулятор, зарядное устройство и крючок для крепления инструмента на пояс. И завершает сегодняшний выпуск Metabo BS18LTX Impulse – шуруповерт профессионального класса, оснащенный мощным четырехполюсным двигателем, что делает аппарат одним из самых производительных в линейке. На аппарат установлен надежный быстрозажимной патрон Futuro Plus с металлической гильзой, рассчитанный на оснастку с диаметром хвостовика до 13 мм. Для засверливания на гладких поверхностях без предварительного кернения, а также выкручивания плотно сидящих шурупов предусмотрена функция Metabo Impulse, которая активирует импульсный режим работ. Прочный металлический корпус редуктора надежно защищает механизм от повреждений и обеспечивает эффективный отвод тепла. Для работы в условиях недостаточной освещенности имеется подсветка рабочего места. Комплект поставки включает в себя фирменный кейс для хранения и транспортировки, дополнительную боковую рукоятку, запасной аккумулятор, зарядное устройство и крючок для крепления шуруповерта на поясе. Итак, мы рассмотрели 7 лучших шуруповертов Metabo, которые можно приобрести в 2020 году. Ссылки с актуальными ценами вы найдете в описании. Если вы работали инструментом, произведенным данной компанией, и считаете, что какая-либо модель также должна быть в списке лучших шуруповертов, напишите ваше мнение в комментариях. Дополнительное преимущество приобретения инструмента от Metabo – политика компании. После того, как модель снимают с производства, компания гарантирует поставку запасных частей на протяжении 7 лет. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. С вами был канал «Час ремонта». Пока!